В один прекрасный день стартовал огромный турнир от Rust Community – Trust in Rust. И туда присоединилось огромное количество контент-мейкеров. Одними из них были мы. Next up, Team FRWL. I'm not really sure what that means. It must stand for something, but I'm not aware of what it stands for. FRWL. Maybe you guys can guess in the chat. We got Team Italetto, Gobble Swab, Kirian, and Papa Chez. This might be an all-Russian team, and they're here to show that, hey, stop looking down on Russians. These guys are one of the best players in Russia. И после того, как объявили команды, все стримеры были готовы встретиться лицом к лицу на одном сервере. Ля, ты посмотри, как чат летит. Кстати, мы с тобой плюс-минус с одной стороны бежим. Угу. Первые полчаса дамаг был только в центре. А также лута там было очень много, и поэтому мы решили отправиться сразу же туда. Пацаки, вы уверены, что нам стоит жить там, где мы планировали? Нас вынесут, мне кажется, вообще за секунду. Вы Давай. Можете... О, я возле вас, вы можете меня забрать. Кстати, за руль мне похилиться надо. Поехали. Мы, видать, не одни туда едем. Желающих попасть сразу в центр было очень много. И нашей задачей было опередить их. У нас слева тачка, они с ганами. Но быстрее нас. Его машине срать. А где креейты? Я первого убил. Я все креейты, парни. Я вышку занял, вот, парня. Патроны есть у тебя на что-то? У вас сзади будет, идите, дальше, идите, да, ко мне заходите. Все, выше. Побили, ты чё? Где нас рели? Один антихед забирай. Мы очень так нехило залутались и контролировали центральную зону. Но нам нужно было строить домик. Меня кикнуло? Чего, алло? Меня тоже. Сервер кто-то задудосил, и было принято решение откатить его и начать все с самого начала. Бежим туда. О, мы почти все справа заспавнились, слышите, ребят? Чел за руль сел. Чувак. Меня убили. Тут нам повезло не так сильно, кто-то занял центр раньше нас. Мы все равно попытались и вернулись туда снова. Типа, слушай, наверху у меня, а это ты. Кто-то скинул патроны только? Нет, нашел бердос. Я вообще не знаю, что нам нужно подбирать, что не надо. Лутай все в ресайкл, он очень быстро ресайкл. Подожди. Заспаунился, еще калаш. Кто-то лишний у нас. Меня убили. Наверху или откуда? Я не знаю, снизу меня убили. Пока мы файтились втроем, один из нас строил хату. И да. Лето смог угнать корову со всем лутом. Ресурсы нужны. Короче, надо нафармить. Как я уже говорил, в первые полчаса убивать на обычной местности нельзя. И поэтому нам нужно было заниматься домом. А с чем стати? Ладно, я вылетел. О, я не на свою территорию зашел, я понял. И вот буквально через несколько минут переключился индикатор на атаку. В это время мы должны были убивать всех и вся. Можно подойти к ним, слышишь? Ломаю. Минусанул. Набил. Слева. Слева. Убил. Давай все разрушим. Аккуратненько, Дим, аккуратненько, не будь на КД, когда вот их. Я бегу. Один близко. Один близко. Убил его, убил полностью. Дал два хита одному, три. Может, повалил одного. Дим, отойди правее. Двоих убил. Неужели нельзя поставить солнечные батареи? Лишние ганы кладите в свои лутовые в спальне. Лишние ганы в лутовые в спальне внизу кладите. Ну и чтоб вы понимали, вот эта махина, это были наши соседи. Угу. И вот индикатор дал зеленый цвет. И это означало, что пора рейдить. Я лежу под камнями в сейве. Кирич, подними. Заходи, сразу. Убил его. Хорош. Ты две кинули? Одну. Нам будет
Давай вверх-вверх, смотрите. Не умрите от своих же сишек. Или нет, здесь можно убить. Тихо-тихо, не надо, не проверяй. Если ты убьёшь свою сишку, ты погибнешь. Отойди. Вот дыр, как справа. Еще одну стреляю. Хил. Наверху шкаф, пардон. Хилну. 80 хп у потолка, тут открыто. Мы можем дальше гаражки выносить. Пошли, давай. Я думаю, тут шкаф должен быть. Никто не встает, все сидя. Наверху, мне кажется, шкаф. Или дальше баха. Открыто здесь. Тут нет шкафа, не вижу. Внизу, наверное, шкаф. Выше, на самый верх, выше поднимайтесь. Бахайте все. Налево я стрелю, налево. Кирич, давай, брат, давай. Я да. Одну налево стрельну. Я не... Кровати. Отойди, я бахну. Отойди. Я чуть себя не убил. У нас близко контр-рейдеры заходят в команду. Наверху! Тебе наверх поднимается, тип. А куда эта гаражка ведет? Она одна здесь. Вот это шкаф. Я накидываю. Хорош, бахай. Хорош. Камни. Мы здесь не улазаем. Убил одного. Еще справа вдалеке был. Минус. И как только ты бахаешь шкаф, эта команда дисквалифицируется. Я с ракетой. Я не знаю почему, мне кажется, надо чекать левый дом. У них... А, нифига, у них огромная домина. Нет, вот да, и плюс. Ну смотри, такая типа 50-50. О, так у них каменная. Спальники по КД. Можно брать ракеты? Есть у нас ракеты? Мы можем эти рейдить или нет? Ищите. Я там уже ракеты. Сколько ракет? Ну, все, поехали. Ну у них реально пожилая хата, слышишь? У них скалы. А откуда мельница, Кирич? Ребят, мы вас ждем. Вот отсюда лучше. Быстрее. Дамажьте по воротам. Поставьте стенки сразу. Поставьте себе на сейф. Да. То есть говорю. Стрелка выходит. Какие-то со стрелки. Нормально. Я лишь живу. Хорошо, мне. Уложили. Блять, Кирич минус полностью. Минус 2 дал. У нас сзади со стороны центрального РТ противник есть. Гоба, ты где? Я у них внутри. Я внутри. Я все спальники сломал им. Надо ломать шкаф. Где шкаф у них? Тип пушит к дому. Тип пушит к дому со стороны центрального РТ. Убил его. Хорош, ты. Там, где я кидал. Меня убили. Блин, я уже видел шкаф, по-моему, там, куда я сишку кидал. С первого раза зарейдить их не получилось, и мы вернулись туда снова, так как мы уже знали, где находится у них шкаф. Меня убили. Понял. Пожалуйста. Убил его. Стой, там шкаф, сверху тикает. Он меня убил. Он меня убил. Убил его. Если он не поставил. Он застроился. Двери. Где у него шкаф был? Наверху сам. Чизи, ты знаешь, куда бахать? Догадываюсь примерно. Я иду к вам, короче. Я наверх буду. Давай. Я спальник ломаю, не смогу помочь. Смотри, я там, где ящики, еще выше бахать. Да, еще. Четвертый этаж, пятый этаж, там где стрелку у них. Да. На еще, накинь на окно, пускай давай. Гоба залезет. Где? Бегает. 4 дал. Справа, Кирич, наверху. Я понял. Дэн, в юбке бегает, чел. Понял. Убивай в юбке. Он меня убил. В юбке меня убил. Справа будет тыкать. С моей стороны идет один бомж.
Били. Вы шкаф взорвали? Как они еще играют? Шкаф взорван, как они играют? Как они реально? Что-то не так. Вы точно шкаф пахнули? А там пропало. Ресурсы, и он и нету на карте, да. Слушай, может мы потому что именно потолок разбили под ним? У нас нужен ли нам танк? 16 ракет может выйти. Нам лестницы нужны, вы видели? У них не застроено там ничего. Мы уничтожили самых ближайших и самых опасных для нас противников. Но времени у нас еще было очень много. И нам нужны были очки. Поэтому, как только мы услышали взрывы, мы побежали забирать этот дом себе. Может нам на контр-рейд пойти, а? Рейдят, пошли на М2. Пошли на М2 подеремся просто. Этот взрыв заберем. Пошли все. Смотри, через шкаф. У меня 10 сачали есть. Бегают на стреле. Бегаем только. Может подожди минус секунду. По мне работают с крыши. Одного убил рейдера. А мне очки не дали. Хорошо. Очки не главное. Нам надо зарейдить. Подстрел. Убил рейдера еще одного, походу. Меня убили. Нет, не убил рейдера. Лето, я тебя залутался еще. Тихо, ко мне бегут. Ко мне бегут. Со стороны печек. Минус один. Тут можно полутать калаш один. Я дома встал. Убил типа на крыше. Я в доме сижу. Где у вас противник? Объясните. У меня передо мной место, у нас нет, с нами с тобой. Минус рейдер. Меня... 4 хита дал одному. Убил еще одного. Я походу всех убил. Если это рей был, то я всех убил. Свет, это рей был. Во стрелке есть, чел. Сверху, на самой крыше был. Минус 3 на крыше. Где у них шкаф, я не пойму. Наверху, вот чуть ниже крыши у них шкаф. Во стрелке, острелочная, там шкаф должен быть. Может быть здесь. Ракеты нашел, ребят, много ракет! Бахай, давай, у меня есть РПГ, я иду. Вверх, бахай, я думаю, это вверх все-таки. Сверху бахай? Ракет. На машине нет. Меня чуть не убили. Убил его. Убил типа, который открыл гараж. Ребята, у меня один шприц остался. Меня убили на улице. Там чел колдит. Колдит, подъем. Там двое. Это владельцы. Йоинь. Я пробежал. Сочись. Там шкаф, там натурец подсказывает мне чат, я не верю. Возможно, кстати, возможно. Где шкаф стоит? Где-то за амбразурой, говорят. Мне хелп нужен, ребят. Нет, не туда идем, вот сюда надо идти, вот сюда, вот в эту. Мне кажется, вот сюда, почему в эту? Давай, пошли. Шкаф! Найс! Найс, чувак! Разрывных миллиард разрывных, ребят. Меня убили внутри убил. Меня положили. Меня поднять можно, Кирич. Мы вынесли еще одну команду, но нашу взрывчатку всю забрали соседи, которые явно готовились нас зарейдить. И пока они нас лутали, мы решили сделать план перехвата. Я хочу просто ближе подойти, даже не стрелять по ним и чекнуть, будут они вылазить или нет, и куда поедут, куда пойдут. Надо А4, это Рейси, это А4 у них дом. Мы же с ними-то офайтились под их домом в самом начале. Они вылезли. Они вылезли. Четверо. Я палю, куда они идут, слышишь? Да, они... Я без стенок, монтаж. Они на тачке. Они сели в тачку. Нам нужно расстреливать их дома. Много хитов каждому дал. Они поставили сетки, я подхожу. Не фиртули или нет? Нет, они все остались, он меня убил. Я жив еще. Я жив, я отхожу.
Меня убили. У меня в кустах, На мне. Меня убили. Я могу тачку забрать и уехать. Забрал тачку, я. Пушу тебя. Им удалось от нас скрыться и засейвить ракеты, но в их стороне начались рейды, и мы отправились туда. Там справа какое-то ПВП происходит. Слева бежит, видишь, вдоль дороги. Нет, пока не вижу. Через дорогу перебежал. Дима. 200 через дорогу перебежал. У меня близко. Двое. Два их убил. Хорош. Я не могу, у меня нет стенки. Дэн, подними. У меня есть стенка, я подхожу, да. А, я очень меня нафайт этих чипов дал. Добил. Ракеты. Много ракет. Очень много ракет. Этих ракет нам как раз бы хватило зарейдить базу неподалеку. Но нас начали рейдить. Дима. Золотая меня, Дима. Я дома встаю. Золотая меня. Тут Киу работает. Нам нельзя эти ракеты им отдавать, слышишь? У тебя есть? Смотри, снизу внутри. Старь зарыть. Ёбнер, да. Меня убили? Он мне три башки дал. Ну, это рейси, да. У тебя оружия нифига нету, пацаны. Я тоже убил. Я вниз прыгиваю тогда. Давай. К нам коптер прилетел. Спрыгивай быстрее. Я спрыгнул. Я ему хит только кинул. Меня убили. Он меня убил. Троица, где эти металл хоть где-то, блядь? Металл наверху есть. С этой штукой. Убил его. Вижу, слева в лесу, лето. Да. Минус два. Хорош, отлично. Ребят, берите ракеты, идем года фрейдить. Закопанные ракеты, берем, которые выбили, и надо куда-то идти. Надо года фрейдить. Да, пошли. Они самое слабое звено пока что. Не-не-не, справа. Так меня спалил, чувак, сказать, я подхожу к трупам, я подхожу к трупам. Да не мог я тебе это сказать! Оставались считанные минуты, и мы решили попробовать зарейдить еще одних соседей. Гараж на второй этаж. У них хата гниет? У них гниет хата. Нет, это из-за того, что Red Block был. Острелочные, чекайте. Я чел. Где? На второй этаж. Надо дальше бахать, у меня ракет нет. Шкаф наверху где-то. Ноль ракет? Ноль. Есть. Мне тоже одна. Блядь, меня справа убили, голый, убейте. Убил. Хорошо. В кровати, там гаражки открыты. Кадрки залезли. Я могу ракеты принести. Принеси, все. У нас спрыгнул один. Или? Гаражку открывает. Разрывные есть. На первом этаже, слышишь, где-то? Разрывные? Да. Парни, можешь один со мной выйти назад? С левой стороны, я Рим. В итоге на этих ребят нам не хватило ракет, и мы не успели их дорейдить. К сожалению, попасть в топ-1 у нас не хватило времени, но мы попали в тройку лучших. Последнее очко зубами вырвал, пацаны. У нас чело на пятках сидят, все. ГГ. ГГ, пацаны, мы топ-3. Найс. Мы топ-3, парни. Как вам такое? Ну, это было сильно. Блять, из 100... Сколько? 46 команд? Сколько команд, чувак? Это невероятно просто. Кстати, нам же 25 очков еще и не дали, по-моему. Там сразу завезли. А, завезли? Да. Ну окей. Ну все равно это сколько было жестко. Мы 2 или 3 хаты зарейдили? 2, 3.
Три. Три шкафа. Почему мы вынесли. Вроде написано. А шкаф вроде один, один же вынесу. То есть потолок разбили. В тройку лучших мы вошли, и это уже пушка. С нашим пингом! Вообще, с нашей сыгранностью нет. Мы играем только вот сколько? Третий день вместе, тупо четвертый. Все. Цель вообще этого турнира была собрать 25 тысяч долларов на благотворительность. Ну, вы слышали то, что сказал Лето. Помощь психическим. Ну, короче, вот это самое. И, скажем так, мы это сделали. Мы собрали 25 кусков всем стакам стримеров. Все люди, которые участвовали в турнире, это было 200 человек. Мы справились с этой задачей, и как бы эти бабосики идут в пожертвования, как бы, ну вот. Призов за турнир никаких не будет. Самый главный приз мы уже сделали. То есть мы показали вам вот этот вот жесточайший файт между всеми стримерами топовыми, которые только могли быть. Мы заняли третье место, и я всем благодарен, то, что вы со мной оставались до конца. Спасибо огромное за вашу поддержку. Сейчас уже почти 3 утра, и я думаю, пора отдыхать. У меня нереально разболелась голова. И самое главное, ребят, не пропускайте стримчики. Я буду всех вас ждать. Всем спасибо, ребят. Всем пока.